Всем привет! Сегодня у нас немного необычный товар, не с AliExpress, а где-то с просторов Европы. Смотрим на коробку, это Jordan Jumpman Pro. То есть модель кроссовок от Nike Jordan, только не номерная, а она считается Jumpman. Просто смотрим вот бирочки. Так, значит, были они раньше тоже Jumpman, еще какая-то версия. Это прошка, как бы другая немножечко. Давайте посмотрим на сам кроссовок, что здесь и как. Значит, смотрим на бирочку. Десятка американская, 28 сантиметров, 44-й. У Nike. Так, это кожа. Вот здесь на левом всегда есть бирочка, где показано, что где. Да, что это? Вот здесь у нас есть, видите, все показано. Верх кожа, тут язычок текстиль, такая сеточка. Значок Jumpman, здесь. Вот так вот выбито, если вам это о чем-то говорит. Дальше смотрим по логотипам. Здесь значок Jumpman, здесь на язычке Jumpman Pro. Вот эта штучка вышитая. Значок Jumpman вот здесь, на металлических этих штуках. В общем, выглядят они прикольно. Здесь значок, здесь вставка такая крепкая какая-то, я не знаю с чего. Для поддержки. Вот тут довольно мягко все. Здесь вот эти вставки тоже жесткие. В общем, они удобные. Именно для, я считаю, не занятий баскетболом. Ага, еще вот здесь Jumpman выбито. А просто для носки, для ходьбы. Вообще кроссовки Jordan, они такие более дизайнерские. Я так считаю. Не обязательно, да, здесь тоже значок Jumpman, вот эта вставка, не знаю, еще кожаная или нет. Язычок, я как говорил, уже сеточка. Они очень прикольно выглядят. Я вот одену, сейчас посмотрите. То есть, всегда есть какой-то дизайнерский элемент на всех кроссовках Jordan. Поэтому многие собирают там все пары буквально по номерам. И много коллекционеров. В общем, кроссовки Jordan считаются такие интересные. Вот, значит, по цене здесь они мне обошлись ровно в 100 евро. Я считаю, для Jordan'ов это недорого. Понятно, сюда везут уже какие-то стоки, там остатки, наверное. Хотя, вот смотрите, модель 6-28-22 года. Тут что-то 4-12-22 года. В общем, модель это 22 года. Она свежая. Не то, что там долго лежала где-то на складах. Я же говорю, раньше был Jumpman просто, не Pro, а просто Jumpman. Вот, это какая-то модель, по-моему, между 12 и 13 номерная. По дизайну там схожая. Вот. Но мне понравилось то, что они вот тут белые и кожаные. Вот. Ну, сейчас самое главное, посмотрим, как оно выглядит на ноге. Так, смотрим, как выглядит на ноге. Завязал по-разному шнурки для примера. Вот смотрите, как выглядит. По-моему, очень классно. Красиво. Мне нравится. Размер как раз мой. Все тютю в тютю, как говорится. Вот. 44-й в Найках, как 43-й, там, например, в Рибаках или в Адидасах. Все соответствует. Вот такие кроссовочки Jordan'ы. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.